люди. Сегодня я специально побрился. Зовут меня Артем Александр. И сегодня мы будем делать активацию в драконе. Опять все повисло, как всегда. Что она из себя представляет? Значит, у меня вот мой, как бы, ну, скажем так, мой основной валидатор. И вот у меня подошло время сделать активацию в фоне дракона. По нашим условиям, как это делается? То есть, вот у меня разморожено сейчас 235 монет. И чтобы мне их получить, получу я их через 2 дня после активации, мне надо внести 80% от этой суммы. Вот. И, соответственно, сейчас я это проделаю. И через 2 дня мне придут на кошель в автоматическом режиме 235 монеток. Вот. Я уже подготовил, открыл свой Мавра кошелек. Открываю для участия. Копирую адрес пополнения. Вставляю. Пишу сумму. Сумму я уже на калькуляторе посчитал, сколько надо. 80% от этой суммы будет. Жду. Вы уверены? Да, я уверен. Жму отправить. Вожу пароль. После этого будет в транзакциях она появилась, она будет обработана, когда получится галочка здесь зелененькая, то значит монеты дошли до адресата. Вот перезагружаю и ничего пока не вижу. Здесь должна появиться потом строчка, то что подтверждено пополнение. Вот. Ну и, соответственно, через 2 дня потом они придут после пополнения монетки. Хочу сказать, что все работает уже долго, я с самого начала создания суперлюдей. Все несколько раз трансформировалось, но все улучшается в лучшую сторону. Все улучшается, скажем так. Еще хотел бы сказать, поздравить всех с наступающим Новым годом. Думаю, это не будет так, но рано. Всех суперлюдей, всех их родственников. И пожелать в новом году, чтобы у всех все задуманное получалось, самое главное. Ну и здоровья всем. Вот. Поэтому всем спасибо.